Так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Ла-л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 а. Ну что, прокатнемся на 20-летней машинке. Там-дарам, дари-да-та-да-дам. Лап-чу-дум, дари-бари-би-дум, да. Лап-чу-дум, дарай-бари-би-бам. Ра-ба-би-парай-бари-би-бум-ба. Пай-барам, пари-барай-ба-ба. Арам-барам. Бари бари би бомба, там бари барай ба, ба ба ба. Широко страна моя родная, а много в ней лесу, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Тай-да-дам, дари-да-да-да, тай-дам. Рам-да-дай, дарам-дари-да-дай. Ну что, мы с вами отправляемся в небольшое путешествие. На 20-летней машине. Lexus LS 430. Выпуск 2002 года, с 2007 волей случая, обстоятельств. Поедем по нашим колдобинам. Этой машиной владею я. Хорошие уже с колдобиной. Бац, 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 бац. Машина ни разу не подвела. Были разные обстоятельства, ситуации. Вот так-то, ё-моёс. Вот так-то, ё-моёс. Проеду ли я тут-то или не проеду? Скорее всего, я не проеду. Скорее всего, я не проеду.
стоит. Нужная машина стоит. Как говорят настоящие герои, всегда идут в обход. Тарарам, дар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 
Ассенизаторская машина вещь очень нужная, особенно в нашем крайке. Поэтому никаких отрицательных ассоциаций она у меня не вызвала. Кстати, сам должен яму свою очистить на днях. Поэтому едем в обход. Как видите, по таким буеракам я нажал кнопочку, которая поднимает машину. Примерно она ее подняла сантиметра на 4. И попробуем выехать. Дорогу. Сейчас, если тут мы не перевернемся, камеры. Опа. Очередные. Нет. Ну и поехали. Что? Что рассказать? С 2007 года я владею этой машиной. Так вышло, что я обслуживался Москва, Лосино-Островский центр. И там как раз эту машину новую продали какому-то там банку или предприятию. И я узнал, что с ней было. А было следующее, как я теперь понимаю, она поездила под боссами годика три. Потом ее сменили на другую. Кто-то ее из этой компашки прихватизировал. Ну, естественно, машина крутячая, вертячая, мощная. Сжиганули и попали в аварию. Попали в аварию. Авария такая, знаете, касательная, что диск лопнул. Как-нибудь, если я найду это видео, как диск лопнул, колесо, спица колеса, а этот диск называется «Медуза», там такой вот толщина, надо так треснуться на ней, чтобы это, значит, в результате, когда я уже все это там, грубо говоря, восстанавливал, то есть я ее купил, мне мои знакомые ростовские продали. Вау, машина. Вместо Мерседеса я там взял. С-класса. Кузов 222, по-моему. Вот, ну то шикарная машина. После нее это как-то не так. Ну, думаю, по Москве я поезжу. Посмотрю там по всем этим. Опа, 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 опа. По всем, так сказать, достопримечательностям. Знаете, какие у нас достопримечательности. А мы только что проехали очередную достопримечательность. Дом, где я родился. Вот именно вот здесь.
линия 8. Даже не стоит камера. Камера не стоит. Я родился. И первые 6 с небольшим лет жизни я как раз тут прожил. Вот это вот все тут бараки были. Куча народа была. Жизнь кипела. Ну вот, машина, все там бежало и так далее. Когда начались ТО делание и прочее, прочее, прочее. Кстати, очень хорошо машина хладит. Начали обнаруживаться. Рулевая рейка странно себя вела. А еще бы, как странно не вести, если такой удар был, скорее всего, передним колесом, что там спица эта лопнула. То есть все это, естественно, передало. Вот некоторые говорят, руль у тебя неровный. Еще бы он должен быть ровный, если такой был удар. Вот этот вот солнцезащитный козырек, он тоже как-то был сдернут, и никто его не мог мне поправить так, как надо сделать. Ну, я люблю доводить дела до конца. Особенно здесь, если машина, то тут все должно умеет работать. Удалось это дело сделать. Так, что значит, рейку я заменил потом. Брал новую, в масле принесли, заменили там же на Лосиноострусской. Обод я купил на колесо, новый пришел откуда-то, заменил тот, по-моему, выбросил или где-то дел как ненужный. Значит, обод, рулевая рейка. Далее, что там было? А, там еще фонарь был побитый, как-то там так вроде. Вроде нормальный, а внутри что-то там разбито, фонарь задний. Вот. Кстати, я их заменил, фонари. На БУ. Ну и так, по мелочам, то все там я целую ввел. На бухгалтерскую книгу, что там, как там делалось. Работа была проделана, конечно, большая. Да, и перетянут был салон. Салон. В смысле, перетянут вот это вот. Потолок. Ну, вот это вот. Кресла, как они были, так они остались. И в результате, вот мне нравится тут. Кожа там алькантара. Ну, короче, хорошая кожа. Бежевый салон. Праздничный такой салон. Мне очень он нравится. Машина такая праздничная. Сейчас идут очередные кочки. Это я все еду на там самом, на поднятой подвеске. Подвеска поднимается примерно сантиметрика на 4. Сейчас я нажму вот эту кнопочку, я ее опущу. Дорога более-менее ровно идет. Мы с вами едем на Кумбровку, а вернее на турбазу. Исток, где я буду плавать. Дедушка будет плавать. Пора открывать купальный сезон. Вчера было первое купание. Но вода, конечно, бассейн должен был быть подогретый, но не успели. Посмотрим сейчас, как
подогрета, не подогрета. Ну, возвращаемся к машине. По кузову никаких особых этих каких-то там ремонтов не было. Хотя решетка была заменена на новое. Там эмблемка Lexus была заменена там спереди, сзади. Вот. Так вот. Как-то так. Не крашеная. То есть я ее не красил. Несколько раз покрывали разного рода составом, типа жидкое стекло. Ну что там все скатывалось. Стекла покрывались. Ага, что еще я вспомнил? Давно это было, практически в начале. Года два прошло, а вернее уже, когда я ее взял, по-моему, на одном из стеклышек было, знаете, так как здесь стекла двойные, между стеклышками какая-то, как грибок. Такая белая ерунда. И представляете, вот эта белая ерунда со временем она стала все больше и больше. Ну, такое пятно. И не только на одном, но и на втором стекле. Скорее всего, возможно, это и был грибок из-за того, что машина ремонтировалась, где-то стояла в гараже отапливаемым. Ну и вот как-то так получилось. Поэтому мне пришлось взять два новых оригинальных стекла, заменить. Все, сейчас все светленько, хорошо. Лобовое стекло было целое, но из-за того, это уже мне жена такую версию высказала, что раз ты покрывал несколько раз составом вот этот вот, который водоотталкивающий, то на стекле остались какие-то пленки от всех этих покрытий. Они были посечены песочком, там пылью, там разной ерундой. И от этого стекло стало... Ну, особенно когда там вечером едешь там, или там в дождь машины ночью, она стала так как-то неприятно вот это, не бликовать, а светить вот это, ну, короче, неприятные такие вещи. И вот здесь вот образовалась жучок, который этот самый метальчик ел. И в конце концов, ну, образовался там немножко, ну и ладно. Я ездил. И вот в каком там году я поехал через Крымский мост на чемпионат России по гирям среди ветеранов. Наверное, был 2019 год. И ехали по трассе Таврида. Вообще-то на Крымском полуострове летом дожди, или там осенью это было, большая редкость. Но тем не менее были грозы. И только раз попадаю в очередной ливень, еду по трассе Таврида, и вот отсюда и потекло. Ёкарный бабай. Ну, обратился к мастерам, у которых руки растут правильно, вырезали, варили, затерли, зашпаклевали, покрасили, там все там как положено сделали. И
не отличишь. Нормально сделано. Но вот когда, значит, вот это все дело поменяли, здесь вот стоит датчик дождя. И что-то в этом датчике дождя навернулось. Когда вклеили другое стекло, новое, такое же, оно не родное, но такое же, как и было там, то этот датчик что-то перестал работать. Был приобретен бэушный, ну и бэушный, ну вот видите, он с таким люком. То есть когда заводишь машину, он щетки там сработали, потом уходит в спящий режим, то есть щетки туда прячутся, и все, и до срабатывания, ну примерно так, то есть пришлось мириться с такой вот вещью. Я рассказываю, что еще как. Значит, со временем стал магнитола Марк Левинсон. Магнитола стала, я люблю CD-диски слушать. Магнитола стала вот эти что-то с CD-дисками там их подзажевывать. Ну, я не стал особо с ней разбираться, потому что в свое время в Москве, как я так и купил, где-то в 2008 году, мне установили антивандальную камеру назад и такую штуку пойду сюда, чтобы тут и телевизор был, и всякая ерунда. Вот. Получилась камера заднего вида, что существенно облегчает управление автомобилем, когда ты сдаешь назад. Я только вот по ней ориентируюсь, особо в зеркала я не смотрю. Я подсоединил к магнитоле iPod, на котором музыки написано, что вот просто ее слушать целый месяц, даже больше месяца времени. Только музыка. Вот что там у меня было, сколько этих альбомов. Не, туда закачал. Некоторые альбомы, некоторую музыку я до сих пор не слушал. Там. Иногда раз, он что-то там новенькое найдешь. Вот поэтому я слушаю этот музончик. Тот, который хочу. Ну и, естественно, радио работает. CD-диск норовит, значит, заживать. Поэтому я их просто-напросто вынул и лежат. Дальше, что я еще делал? Навернулся компрессор кондиционера. И тогда у меня еще как бы бывают времена, когда пенёнзов маловато. Я узнал, сколько же он там новый стоит. Это опять-таки был какой-то 2009 год. Ну, короче, сейчас скажу. Ну, примерно года 4-5 назад это было. Сколько стоит здесь в России? Сказали, где-то 70 вот с какими-то там хвостиками тысяч. Но я думаю, ну что поделаешь, придется ездить, а тут вообще-то климат-контрол, придется ездить без него. Ну ладно.
И здесь, думаю, узнаю у местного мастера, у которого голова, знаете, на нужном месте. Это очень важно, когда у человека голова на нужном месте. Ну, он говорит, да, говорит, можно и сделать. Тогда еще, это как раз, естественно, до войны были. Это, наверное, 2009 год, что-то там так, или 5. Ну, короче, до войны это дело было. Ладно, какая разница, какой год был. Луганск тут рядом, ближе, чем Ростов. Ну да, могут с Луганска привезти этот компрессор кондиционера этого. Я говорю, за сколько? Он говорит, да где-то там за 22 тысячи рублей чем-то это. И плюс трубки. То есть тут как было сделано? Машина вот эта попала в аварию. Значит, два контура, которые тут этого кондиционера, там передний, задний, они, значит, задние, или там трубки там погнили, как все говорят, трубки гниют там сзади. Просто-напросто отщепили задний контур, там он не охлаждал, там сзади еще холодильник есть, то есть холодильник не работал. А тут вроде она нормально по салону там работает. Вот, я, значит, покупаю этот компрессор, две длиннющие трубки, и мне Армен, так его зовут, все это дело делает. И вот это он мне сделал. И до сих пор я езжу, радуюсь. Все работает, холодильник работает, все там, если надо там что-то охладить. То есть сделано это. Далее я как раз уезжал, это, наверное, был 14-й год. Заканчивалась моя работа на телевидении. Я заказываю в Лосиноостровском полный комплект амортизаторов, передние, задние, такие мощные. И все это меняю. Заодно меняю выхлопную систему на новую. Сделали шумоизоляцию. Но я так и понял, шумоизоляцию так тяп-ляп сделали. Потому что делалось не на самом сервисе, а делали люди, которые работают в сервисе. Но они хотели сделать, как бы сказать, получить деньги. Поехали. Вроде как. Мимо автосервиса. Я говорю, да блин, в гараже там у себя. И они, так как мне надо машину было забирать, они где-то ночь проработали. Естественно, устали, что-то там сделали, что-то не сделали. Вот, то есть. Вроде машина и тихая. Ну, против джипа. Вот у меня был GX460, а сейчас LX570. Она более такая громкая. Но тем не менее, вот вроде как колеса налеса там. Кстати, на резине я езжу зимний. Резину взял там 55-я по высоте, я взял 60-ю, она как раз становится в арку, машина стала выше, мягче, просто, знаете, по нашим буеракам, по которым только что ехали, отлично, значит, она ведет. Пробовал я ставить и 65-ю по высоте. И что получалось? Вроде она так влезла-то влезла, но на кочках
начала колесом тереть обод, как там, арку тереть. И вплоть до того, что аж протерла арку, поэтому там опыт сил ошибок трудных. Эти колеса были, значит, я уже не помню, я на них все-таки поездил или выбросил. Короче, были заменены на зимние вот эти вот 60-е. И уже, наверное, лет 5 на них езжу. Износ какой-то минимальный. Ну, возможно, по зиме они и хуже будут ездить, хотя и зимой езжу. Но ничего не потерлось. Вот вы слушаете шум какой в машине. Вот на этих колесах я езжу и очень и очень доволен. Есть и зимние две пары, два колеса, ну, одной фирмы, два колеса там другой фирмы. Может быть, я и заменю туда дальше, а может и не заменю. Так, ну вот мы куда-то подъезжаем. Что-то этот куда-то поехал в сторону. Здесь делают дорогу на Гундаровку. С Каменска на Гундаровку. Тоже эти вскрыли этот асфальт грызуном. Кое-где заасфальтировали, кое-где так. Значит, вспоминаем, приходит на память, что я тут делал с машиной. Значит, весь этот низ был перебрат, все эти новые, да, новые, по-моему, и подшипники были, да, новые и наперед, и назад. Я решил тогда, пока есть возможность, вложиться, значит, в машину, потому что денег то нет, и все, и пока, значит, они имеются, не курю, не выпиваю, вот, значит, на машину, чтобы она у меня ездила. 9,9 литра на 100 километров. Ого. Экономно. 47 километров мы пробежали. Едем уже час. Приятно отметить, машинка по трассе скользит. Скользит как яхта. И машина действительно едет. Вот я особо мотора не слышу, я слышу только шум этих колес. Может быть, колеса заменить на более другую резину. Все хорошо. Естественно, наверное, вот эти тормозные диски менялись. Это я уже не помню. Как-никак, 15 лет я. Только я машиной владею. Ну, сейчас что-нибудь еще вспомним. Сейчас подошла, как бы сказать, подошла очередь, что такое, ну, как бы, несколько неприятное, так, мелочь неприятная, это открывание крышки багажника.
что там получилось? Там получилось, что кнопка, которая открывает багажник, то есть багажник открывается с салона, багажник открывается с пульта, и багажник открывается непосредственно с крышки, кнопкой. Так вот эта вот кнопка, а именно то, что покрывает кнопку, там такая резина, она от времени превратилась в какой-то битум, и вот что-то там такое случилось с этой кнопкой. Она вроде сама работает, но с кнопки не это самое, не открывает, то есть нажимается, а так она что получилось в результате того, что вот этот вот как битум, она просто-напросто залипла. И, возможно, из-за этого что-то там с мозгами случилось. И какой-то сбой вот идет в мозгах. Раз она там включится, там раз не включится. Это там пробовали. Ну вот мы едем. Едем. Такие вот дороги делают. Ё-моё, лето. Сезон. И на тебе. Лето, сезон, вот такая вот ерунда творится. Я попробую вот эту камеру соединить с этой. Будете видеть и меня, и то, что тут, как я еду, что тут вокруг творится. Что тут он гребет. Тут еще пост. Проезжаем Маман. Так, что еще? Что еще? Значит, с кнопкой как-то надо разобраться. То есть кнопку саму не надо, а вот надо разобраться, чтобы она нормально работала. Пока никто не смог понять, почему там такой сбой. Ну и если получится, вот, наверное, все-таки кнопку надо вот приобрести, она, наверное, в сборе идет, чтобы вот эта вот резиночка, которая защищает кнопку, ее поставить. Приобрел я, вернее, заказал и приобрел через Лосиноостровский этот сервисный центр Lexus инструменты, которые были его, так сказать, родные. Они так в такой оригинальной коробочке, интересно. Приобрел, есть. Значит, один диск колесный я приобрел, другой, значит, битый выбросил. Ну, вернемся теперь к капоту, или вернее к переду организма. Переду машины, то есть к капоту, к носу там. Фары помутнели фары. Я попросил, чтобы мне их отполировали и забронировали пленочкой. Было сделано. Красивый вид Гундаровской церкви. Да, там не просто церковь, а целый храм. Вот фары стали светить намного лучше и почему-то слишком вверх. Поэтому два раза регулировали. Раз, значит,
на нормальные поставили, все равно они как-то вверх светят. Еще прикрутили ниже, чтобы встречные машины мне не сигналили. Ну, вообще освещение нормальное, но, естественно, не такое, как вот у Lexus LX570. Там уж светит, так уж светить. Итак, мы сворачиваем на исток. Вот сюда вот. Значит, здесь вот что отметить и что, как бы сказать, вот характерно после того, как машина побывает в сервисе, практически в любом сервисе, надо тут смотреть ее. Это клипсы, срывают клипсы, значит, там защиту плохо поставят, что потом отрывается это все. Короче, вот это пластмассовое изделие. И дошло до того, что вот сейчас необходимо, ну, желательно, это поменять крышку воздушного фильтра. То есть вот эти все защелочки частично поотрывались. Значит, патрубок, который идет там от коробки этой воздушного фильтра, он там сначала по какой-то причине, знаете, лопнул, потом вообще его там отломили. И машина, знаете, что я ездил, она начала дрыгаться и пару раз заглохла. Думаю, ну вот какая незадача, что что-то такое случилось, мол, серьезное. А потом только раз открываем, а там, знаете, такая щель в этом патрубке, и воздух засасывало мимо этого всего фильтра. Естественно, там датчики не работали. Ну, это дело просто-напросто натянули. Надо там наварить, напаять эту трубку, короче, восстановить. Либо вот эту вот крышку новую купить, либо вообще вот эту всю эту, где фильтр воздушный находится, коробочек этот новый приобрести, или там бэушный, но целый. Вот там надо, значит, что-то подпаять, подварить. Потом вот здесь вот тут, я не знаю, показывает, не показывает. Я обнаружил такое впечатление, как вот сюда вот молотком врезали. Вроде бы я сам не бил, что там такое было, что, что, как. Эти как врезали, так она и утоплена несколько. Машина начала есть масло. Вот вначале она ничего не это, знаете. Ну вот сколько там? Ну примерно ТО тут как раз 10 тысяч километров. Вот где-то подливать этого маслица надо. Ну, возможно, грамм 300. Грамм 300 надо подливать. Примерно так. То есть раньше было меньше, сейчас где-то вот так вот я подливаю. Так, что еще? Что еще? Еще сказать про агрегат. Значит, как это в воздушном вот этом фильтре устранили, машина так, как и раньше, стала ездить. Я даже думаю, что она по мощности также
может выдавать свою скорость. То есть я вот так вот. Ну вот, окунулись, оздоровились и... Вас приветствует видеорегистратор. До дома. Интересует пробег, наверное. Пробег. Видели, да? Что тут у нас показывает? Это сколько километров? На 547 в баке бензина. Это примерно 12,6 литра на 100 километров. Это только что поехали. Это вот еще показывает 12,9 литра, да? В машине, что мне нравится, все, что надо для езды, имеется. Вот все, что надо, необходимое. А разные излишества, которые лишь усложняют машину, нет. О, сейчас люк откроем. Открыли люк, слушаем. Птички поют. Вот. Люк открыли. С люком мне очень нравится ездить. Как-то, знаете, нету того давления вот этой крыши над головой. Совершенно иное. Ощущение езды. Ну и как вы слышите, чувствуете там, насколько это можно передать камерой. Машина катится, мотора не слышно. Ну, естественно, там свечи менялись, там еще что-то там менялось. Вот сейчас подходит очередное ТО. Через, грубо говоря, 2000 километров я хочу, чтобы мастер, которому я доверяю, который действительно ответственно подходит к обслуживанию автомобиля, все там просмотрел еще разок, пока еще имеются какие-то пенензы и там устранили там изношенные детали какие-то. Хотя вот радиатор еще свой, то есть родной радиатор. А так чувствую, дело идет к тому, что скоро будет его замена, потому что он, ну, от времени уже он начинает там рассыпаться, как сказали. Так, что там еще? Там может быть что-то там по рулевому управлению еще. Или там еще по каким-то вещам. Все одно рассказывают про какие-то там болтики, которые там бывают вот в машине. Они могут рассыпаться, там заслонка или еще. Все проверили эти болтики, закрутили. Так что не переживайте насчет этих болтиков. Так. Сейчас мы с вами посмотрим, как старушка ускоряется. Вот где-то мы едем, сколько там? 60 километров.
ну, не более 70. Как она ускоряется. Итак, давайте начнем. Дадим ей чамару. Сколько? 120? 140. Дали чамару машинки. Дальше я не разгоняюсь. Ну что, я человек, потрепанный жизнью, поживший, машинка тоже далека от юности, 20 лет. Пожилая старушка, можно так сказать. И вот мы вдвоем на ней ездим. И я думаю, довольны друг другом. Я доволен машиной. Машина довольна тем, как я за ней ухаживаю, слежу. Вот такие-то